Костя! Ах ты! Костя! Костя, он ее бьет! У наших соседей по Уралу случилась кладбищенская потасовка и новая жизнеутверждающая зарисовка о суровых нравах граждан, подвязающихся на похоронной ниве, пришла к нам из соседней Башкирии. Она была сделана в ее столице, Уфе, на одном из кладбищ, где вошли в конфликт интересы двух смежных структур и их конкретных живых представителей. Вот эта дама, старательно изображающая копание мерзлой земли лопатой, сотрудница ритуальной конторы, которая пожелала схоронить клиента именно на этом месте, а мужчина, который мешает ей, директор этого кладбища, который, как считают некоторые специалисты, будучи распорядителем этих земель, имеет решающее слово, и как бы спорить с ним не принято, но дерзость города берет. Костя! Костя, он ее бьет! Костя! Он ее прям бьет! Обратите внимание, как внимательно женщина-боец смотрит на свою подругу, которая жалуется Косте, что тут наших бьют. Все ли она снимает? Ну а тот, что назван директором кладбища, не отдающим пяди своей земли, в общем-то чистый миротворец, старающийся сделать так, чтобы, не дай бог, не ударить женщину, но при этом еще и самому не пропустить бы коварный удар. Концовки на видео мы не видим, но на словах знаем, что это ему не удалось. И, получив таки разящий удар лопатой, директор пусть и не лег во вверенную ему землю, но на скорой был увезен в больницу.